Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Jaya Giri Varadhare Jaya Giri Varadhare Gopi Jana Vallabha Jaya Giri Varadhare Jaya Giri Varadhare Yashoda Nandana Jaya Vraja Janaranjana Jaya Yashoda Nandana Yamuna Tera Vanachare Jaya Kunja Bihare Jaya Kunja Bihare Yamuna Tera Vanachare Jaya Kunja Bihare Jaya Kunja Bihare Jaya Radha
Харе Кришна. Доброе утро, дорогие преданные. Грантарад Шримад Бхагаватам Ки Джай. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом
намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Нараянам намаскритя. Нараянам намаскритя. Нарам чива нароттамам. Нарам чива Девим Сарасватим Вьясам, Девим Сарасватим Вьясам, Атоджая Мудирает, Атоджая Мудирает, Нашта Праеша Бхадришу, Нитья Бхагавата Севая, Бхагаватею Тамашлоке, Бхактир Бхавати Наштики. Сегодня мы продолжим да, обсуждать тему, начатую вчера. И сегодня мы прочитаем 23 стих из 11 песни Шримад Бхагаватам, глава 3. Освобождение из плена иллюзорной энергии. Да, вчера Матаджа Джанаприя задала вопрос, а какая предварительная квалификация? Вот сегодня, да, несколько стихов раньше прочитаем. Сарвато манасо сангам. Сарвато манасо сангам. Адав сангам ча садхушу. Адав сангам ча садхушу. Даям майтрим пашраям ча. Прошраям майтрим прошраям ча. Будьте швадха ядхочитам. Будьте швадха ядхочитам. Сарвато манасо сангам. Сарвато манасо сангам. Адав санга ча садхушу. Адав санга ча садхушу. Даям майтрим прашраям ча. Даям майтрим прашраям ча. Бхутеш адхаят хочитам. Бхутеш адхаят хочитам. Пожалуйста. Сарвато манасо сангам. Адау сангам ча садхушу. Даям майтрим прашраям ча. Будеш свадха ядхо читам. Сарвата манасо сангам. Адав сангам ча садхушу. Даям майтрим прашраям ча. Будеш адха ядхо читам. Сарвато манасо сангам. Адам сангам ча садхушу. Даям майтрим прашраям ча. Бхутеш адхаят хочитам. Вайшнави, пожалуйста. Сарвато манасо сангам. Адам сангам ча садхушу. Даям майтрим прашраям ча. Будеш свадха ядхо читам. Сарвато манасо сангам. Адав сангам ча садхушу. Даям майтрим прашраям ча. Будеш адха ядхо читам. Сарвато манасо сангам. Адав сангам ча садхушу. Даям майтрим прашраям ча.
Буте шадхая дхочитам. Так, вчера мы, прежде чем прочитать перевод, я хотел напомнить, вчера мы читали стих, тоже из этой главы, чуть позже, 30 стих, где говорилось, что преданные Господа должны... Сейчас, буквально, давайте прочитаю его еще раз. Человек должен научиться общению с преданными Господа, встречаясь с ними, чтобы вместе воспевать славу Верховной Личности Бога. Никакой другой метод не обладает таким очищающим воздействием. Развивая между собой теплую дружбу, преданные испытывают счастье и удовлетворение. Воодушевляя друг друга, они обретают силу отказаться от чувственных наслаждений, которые являются причиной всех страданий. Вот, и сегодняшний стих, собственно, чему преданный должен научиться, также, да, то есть вот этот стих он раскрывает, как научиться, то есть что значит научиться взаимоотношениям с преданными. Сарватах, повсюду, манасаха, ума, асангам, отрешенность, адау, в начале, сангам, общение, са, и, садхушу, со святыми, даям, сострадание, майтрим, дружбу, дружба, прашраям, благоговение, ча, и, бхутишу, ко всем живым существам, адха, таким образом, ядха учитам, так подобает. Искренний ученик должен учиться тому, как отстранять свой ум от всего материального и как строить доверительные отношения с духовным учителем и другими святыми. Ученик должен состраданием относиться к тем, кто стоит ниже его, дружить с теми, кто находится на одном с ним уровне, и смиренно служить тем, кто превосходит его духовно. Таким образом, он должен учиться правильным отношениям ко всем живым существам. Комментарий. Шипада Мадхавачарья приводит отрывок из Гаруда Пураны, в котором говорится, что среди обитателей этой вселенной в категории сантах, святых, относятся полубоги, великие риши и благочестивые люди. В Бхагавадгите сказано «Трайгунья вишая видах». Культура варнашамы, о которой так много говорится на страницах Вед, предназначена главным образом для живых существ, находящихся под влиянием трёхгун материальной природы. Веды объясняют таким существам, обусловленным душам, что обрести материальное счастье можно только благочестивыми поступками. В этом смысле полубоги являются собой пример самых благочестивых существ из числа тех, на кого влияют гуны. Риши, великие святые мистики, которые по своему желанию путешествуют по различным планетам Вселенной и развивают в себе мистические способности, занимают более низкое положение, чем полубоги. И, наконец, люди на Земле, которые совершенным образом проводят ведические обряды, относятся к третьей, последней категории сантах или святых. Но преданный Господа выше гун материальной природы. Господь Кришна говорит в Бхагавадгите: «Мамчайо вьябичарина бхакти йогена севате сагунан саматитейтан брама буяя калпате». Тот, кто целиком посвящает себя преданному служению, ни при каких обстоятельствах не отклоняясь от этого пути, преодолевает влияние гун материальной природы и достигает уровня брамана. Господь Кришна здесь ясно дает понять, если преданный без отклонений следует правилам бхакти-йоги, значит, он находится за пределами влияния гун. Арджуне, который был бхактой Кришны, Господь Кришна советует преодолеть эти три материальных качества иллюзорного творения Майи — Нистрайгунья, Баварджуна. Но в 18 главе Бхагавадгиты, 18.40, Господь говорит: «Натата сти
Притхивьям Чва, Диви Дивешу Вапунах, Саттвам Пракрити Джайр Муктам, Яд Эбхих Сьят Триштир Гунаих. Ни здесь, ни среди полубогов, ни на высших планетах нет ни одного существа, которое не испытывало бы на себе влияние тригун, порожденных материальной природой. Исходя из этого, можно понять, что полубогов тоже оскверняют материальные гуны, тогда как чистый преданный действительно становится гуна-тита, неподвластным воздействию майи. Из всего вышесказанного следует, что необходимо общаться с Уттамадхикари, чистым преданным Господа. Об этом уже говорилось ранее, Шримад Бхагаватам 11.3.21. Тасмад гурум прабадита джигьясу шрея суттамам, шабдеть пареча нишнатам браманю пашамашраям. Поэтому любой человек, который всерьез стремится к подлинному счастью, должен отыскать истинного духовного учителя и принять его покровительство, получив у него посвящение. Истинным гуру является тот, кто, размышляя над словами священных писаний, понял их выводы и способен убедить других в истинности этих выводов. Таких великих личностей, которые, отбросив все материальные соображения, избрали своим прибежищем Верховного Господа, следует считать истинными духовными учителями. Одновременно с этим следует избегать общения с материалистичными людьми, даже если они, казалось бы, воспевают святые имена Кришны. Вот какой совет дает Шрила Рупа Госвами. Кришне тиясья гиритам манасадриетта дикшастичет пранатибхишча баджантама ишам шушрушая баджанавиджнам ананьяманья ниндади шуньяхридам ипситасан галабья. Можно мысленно выражать почтение человеку, который воспевает святое имя Кришны. Однако необходимо избегать близкого общения с материалистичными людьми, особенно с теми, кто привязан к сексу. Тамаудварам, йошитам, санги-сангам. Общение с похотливым человеком, привязанным к женщинам, несомненно, ведет в ад. Если же материалистичный человек обратится к чистому преданному или преданному высшей категории с искренним желанием узнать о духовном совершенствовании, такой милосердный преданный согласится общаться с ним, поскольку в данном случае смыслом общения будет прогресс в преданном служении Кришне. В результате такого общения даже материалистичные люди могут со временем стать чистыми преданными Кришны. Однако если возвышенный преданный не может вовлечь материалистичного человека в преданное служение Кришне, подобное общение строго запрещено. В Гаруда Пуране утверждается: «Вишешатах своптамишу вина сангам намучьяте, свани чешу ту девишу вина сангам напурьяте». Не общаясь с чистым преданным Господа, невозможно получить освобождение. А до тех пор, пока человек не начнет проливать милость на нижестоящих, в его жизни не будет глубины. Интересно. До тех пор, пока человек не начнет проливать милость на нижестоящих, в его жизни не будет глубины. Мы на практике убеждаемся в том, что участники движения сознания Кришны, которые, проявляя сострадание, проповедуют послание Кришны, очень быстро развиваются духовно. И жизнь их наполняется трансцендентным счастьем. К тем же, кто считает сострадание пустым звуком и остается равнодушным к миссионерской деятельности движения сознания Кришны, не приходит трансцендентное счастье. На это в процитированном стихе из Гаруда Пурана указывает слово «пурьяте». Не испытывая счастья духовного, эти люди, естественно, стараются наполнить свою жизнь счастьем материальным, которое они ищут в чувственных удовольствиях, в философских беседах, в отношениях с женщинами, в бесконечном чтении мирских романов, газет или журналов и тому подобных развлечениях. Как пишет Шри Чайтанья Махапрабху, проповедническая деятельность движения сознания Кришны — это Ананда Будхи Вартанам, океан постоянно растущего блаженства. В основе миссионерской деятельности лежит принцип даям, сострадание к падшим. Общение с другими проповедниками вдыхает жизнь в тех, кто сам занят проповедью.
Это называется майтрим, дружба между равными. Способность проповедовать и необходимое руководство по распространению послания Кришны проповедник получает из прашраям, смиренное служение лотосным стопам духовного учителя и других святых. Когда преданный под руководством истинного духовного учителя искренне проповедует сознание Кришны вместе с единомышленниками, он притворяет в жизнь наставление данного стиха Шримад-Бхагаватам. Такой образ действий приведет его к сарватоуманасоусангам, полной отрешенности от иллюзорной энергии Господа. Чайтанья Махапрабху провозгласил «Лава матра саду санги сарва сидхихая». Развивая привязанность к преданным Господа, человек делает свою жизнь совершенной и возвращается домой к Богу. Наверное, давайте на этом прервемся. Еще большой комментарий. Омагьяна тимиранхасья генанджана шалакая чакшурун милитам ена тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитам ена бутале сваям рупакхада махьян дадати свападантикам джай шри кришна чайтанья прабу нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхакта Бринда Харе Кришна, 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 Харе 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 Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Так, очень интересный стих. Первое, о чем здесь говорится, что искренний ученик должен учиться тому, как отстранять свой ум от всего материального. И тут, конечно, сразу возникает такой образ преданного, который, знаете, там посмотрел на колонну, да, о, материальное, да, посмотрел еще на что, о, материальное. И куда ни посмотришь, везде материальное. Как отстранять ум от материального, да, то есть, что же тут имеется в виду? Вот, так же невозможно жить, да, то есть, все материальное вокруг, на кого ни глянь, ни тела вокруг, все материальное. На самом деле, отстранять ум от материального означает, ну как, отстраняться от материалистического способа восприятия жизни. Да? То есть, когда я по-прежнему, ну, как бы смотрю на других, как на объекты собственного наслаждения, когда я воспринимаю природу как не энергию Кришны, как объект своего удовольствия. Да? То есть, вот, то есть, майя, она в голове находится, на самом деле. Вот от этого надо отстраняться. Вот, а не закрывать глаза просто, да, то есть, о, вот она, майя, да, ребенок, да, подходит, о, это майя, да, то есть, такие извращения бывают иногда у верующих людей, то есть, они пытаются сосредоточиться на духовном и в результате, да, становятся, ну, очень холодными, порой даже, ну, очень жестокими. Да, то есть это известный факт, что иногда верующие люди становятся очень жестокими по отношению к, ну, к близким, да, даже к детям, там, ну, каким-то, к людям, к другим живым существам. То есть они как бы становятся, как причиной, то есть они чувствуют внутри привязанность, да, то есть, и начинают обвинять объекты своих чувств. Вот, и пытаться их уничтожить, да, то есть уничтожить объекты, нет объектов, нет проблем, это такая как бы логика простая. Но это как раз и есть сознание материалиста, то есть если человек так воспринимает жизнь, то есть это сознание материалиста. Есть две как эти стороны медали, одна это привязанность, то есть эксплуатация других, а другая это пренебрежение или, ну, уничтожение, да, других, попытка уничтожить, то есть превратить свою привязанность в злобу. Вот. Преданный должен учиться избегать, да, то есть такого материалистического восприятия жизни. Означает, что преданный учится духовному восприятию, то есть он учится этому у духовного учителя, учится этому других преданных, то есть учится, как правильно вообще смотреть на жизнь, да, как правильно смотреть на других людей, как правильно воспринимать обстоятельства, которые в мою жизнь приходят. Здесь же тоже возникает материалистическое восприятие этих обстоятельств. Ну, например,
какая-то ситуация в жизни происходит, и материалисты, они обычно ищут виновных вокруг, да, то есть это материалистическое восприятие. Особенно тот, кто непосредственно принес мне какое-то беспокойство, он негодяй, да, то есть сразу возникает оценка, и даже можно философскую базу под это подвести, какой он, да, кто он вообще. Это вот, да, вот про того, кого комментарии писалось, что даже нужно отстраняться даже от того, кто повторяет Харе Кришна, да, если он материалистичный, преданный. Да, то есть, ну, куча можно вешать ярлыков друг на друга. То есть это материалистическое восприятие жизни. Как же воспринимает такие обстоятельства преданный, который искренне преданный, о котором говорится, искренний ученик. То есть очень важное слово ученик, искренний ученик. Ученик, он воспринимает все жизненные ситуации как посланные ему духовным учителем испытания. Да, то есть мы же ученики, мы приняли духовного учителя, духовный учитель нас испытывает, хотя он, может быть, не находится прямо физически рядом, но Кришна в сердце, да, а духовный учитель — его внешнее проявление. То есть Чайтья-гуру, он тоже устраивает что-то в жизни. И искренний ученик, попадая в сложные ситуации, он не забывает в этот момент наставление гуру, не отбрасывает их, а он пытается, наоборот, вспомнить, что мой духовный учитель хотел бы, чтобы я сделал в этой ситуации, что он говорил по этому поводу, да? Что я там читал в Бхагавад-гите. Да, то есть преданный пытается вспоминать, что вайшнавы говорили тоже по этому поводу. Да? То есть у него есть эти три источника духовного руководства, которые позволяют ему остаться учеником в этой жизни и сделать не то, что велят его чувства и ум, а отстраниться от этого материалистического, ну, способа реагирования или восприятия жизни и постараться перенастроиться в настроение ученика и принять эту ситуацию как урок и сделать что-то, что соответствует, ну, чтобы духовный учитель хотел бы, чтобы я сделал в этой ситуации. Вот это означает отстранять свой ум от всего материального. Отстранять свой ум от своего материалистического восприятия. То есть быть учеником во всех ситуациях. Это первое, чему ученик должен научиться, или чему важно научить преданных. И, конечно, очень важно, чтобы сами лидеры тоже следовали этой этике, потому что научить означает, ну, тоже так жить, да, то есть в соответствии с такой этикой. Например, есть такая соблазн или как опасность у лидера, поскольку он получает полномочия, да, ну, как-то руководить духовной жизнью преданных, может возникнуть соблазн судить, даже не разобравшись в ситуации. Кто-то что-то о ком-то сказал, и я тут же уже сделал суждение и, соответственно, выношу решение, даже не поговорив с преданным, а так это или нет, и что вообще происходит. То есть как бы разобраться. Это очень, ну, неправильное настроение, и лидерам очень важно учиться, что бы там ни говорили про кого, нужно пообщаться сначала с преданным и понять его, ну, действительно, что там внутри на самом деле находится. Потому что, ну, мы будем сталкиваться в жизни с тем, что преданные будут судить друг друга. Это естественно для начинающего преданного, они еще как бы, ну, не научены, может быть, этой культуре, и поэтому будут всякие сплетни, будут слухи, домыслы какие-то. Вот. И если лидеры общества тоже такую культуру разделяют, тоже живут на домыслах каких-то или на слухах, то, соответственно, это, ну, это этика, которая, в конце концов, ну, проявляет материалистическую культуру. Да? Когда люди закрываются друг от друга, и все начинают изображать из себя чистых преданных, боятся что-то сказать вообще, поделиться какими-то своими осознаниями, потому что, ну, вдруг не так поймут, и потом там из этого сделают целый, ну, целый детектив. Да? То есть так. Вот, поэтому, чтобы доверие проявлялось, необходимо изменить этику, да, в обществе. То есть это этика, ну, общения учеников друг с другом. И когда человек настраивается на это настроение ученичества, да, то есть он пытается так воспринимать, он начнет видеть, что есть те, кто являются
более опытными в духовной жизни. Есть те, кто являются менее опытными, и есть те, кто являются примерно равными, да, со мной уровня. То есть я таким образом соприкасаюсь с истиной, с истинным проявлением другой личности. Вот. Так возникают настоящие, реальные отношения, духовные отношения между преданными. Вот этому, этой культуре очень важно учиться, и очень важно в нашем обществе проявлять эту культуру. Это главная задача на самом деле, ну, нас как лидеров, то есть учиться проявлять такую культуру, учиться самим действовать в такой культуре прежде всего и стараться, ну, делиться этим и обучать преданных, да, такой культуре. И все время будет, так сказать, провокация. Лидер все время находится вот в этом поле провокации. То есть один подопечный прибегает и говорит: вот он сказал то-то, он такой. И тут сразу, да, закипает кровь. Как он мог такое сказать? Сейчас я ему, да. То есть и уже так с шашкой побежал казнить, да, другого. Но задача лидера всегда быть, ну, как бы, не вне этой, да, двойственности. Нужно сказать: ну, давай, да, я поговорю с второй стороной. То есть нужно услышать вторую сторону, да, понять. И потом помочь преданным увидеть свои уроки, да, в жизни. И, соответственно, ну, занять ученическую позицию и проявить духовные отношения друг с другом. Да. Так конфликты решаются в сознании Кришны. В противном случае конфликты не решаются. Можно, конечно, дистанцию устанавливать больше, 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 но конфликт, он так и остается, да, то есть он не решается. Он решается тогда, когда люди перенастраиваются в настроение учеников, и каждый свой урок извлекает в этом и даже благодарит другого преданного, что он ему такой урок принес. Да, то есть благодарность, хотя тот преданный сделал ему, может быть, больно, но это было, на самом деле, Кришна через себя действовал. Я вот сейчас это понял. Спасибо, ты такой искренне преданный. Да, то есть так. И он по-другому совершенно. Это духовный взгляд. Но в материальном мире мы привыкли действовать, привыкли судить, бороться, да, то есть осуждать, вешать ярлыки друг на друга. Мир имен, говорится, да, то есть люди понавешали друг на друга и живут в определенных представлениях, кто кем является, да, то есть и вот в этом мирку живут. И если в духовном обществе мы начинаем то же самое делать, то, соответственно, ну, происходит постепенно закрытие сердец, и люди устанавливают какие-то безопасные дистанции и просто живут в одиночестве, хотя находятся среди преданных. То есть это печальная такая ситуация. В результате возникает такая стагнация энергии в обществе преданных, то есть они не вдохновлены, да, что-то делать, ну, просто делают для собственного блага там какие-то ритуалы. Но так, чтобы совместно делать какое-то служение, да, то есть у преданных может возникать какой-то, ну, страх сближаться с другими, да, то есть поэтому я не хочу с ними делать что-то вместе. Есть страх сближаться. Вот это, собственно, разрушительная энергия, которая разрушает общину изнутри. То есть Шрила Прабхупада предупреждал нас, что искон невозможно разрушить извне, но очень легко разрушить изнутри. И это вот то, как это может происходить. То есть когда начинает проявляться эта культура материалистичные, и преданные опять начинают оценивать друг друга, как обычные материалисты, вешать ярлыки какие-то, дистанцироваться. То есть это все, собственно, порождает то, что преданные, даже когда они собираются говорить о Кришне, ну как-то и поговорить не о чем. Да, то есть, ну вот сказал что-то, и такая тишина, и все смотрят на часы, когда же уже закончится. А может быть так, что преданные пришли, да, то есть и начали говорить, и не могут разойтись просто, да, 2 часа прошло, и не хочется расходиться, да, то есть есть это, то есть это все углубляется, углубляется. Да. Вот это зависит от того, что, да, какая вот культура, да, связывает нас, то есть в каком мы находимся состоянии. Поэтому вот первая важная вещь, которую важно, ну, нам сохранять и постоянно, на самом деле, каждый день напоминать себе, что я слуга, я ученик, да, по жизни. И сегодня вот что-то будут, какие-то испытания в моей жизни. Я же, ну, как, прохожу обучение. Да. И учиться, да, так воспринимать свою жизнь, оставаться в этом ученическом настроении.
и опираясь на наставление гуру, садху и шастры, стараться менять себя, свое сердце прежде всего. Вот эта позиция называется искренностью в духовной жизни. Вот если же мы просто стремимся к какому-то комфортному состоянию, вот нам кто-то не нравится, надо вот этого человека, да, подальше, вообще выгнать из общины, вот этот вот эти хорошие, да, то есть вот у нас такая намахата, любимчики, да, вокруг, или еще что-то. То есть это такой, это еще материалистический такой взгляд. В конце концов, он придет к тому, что даже с, вроде бы с приятным мне человеком, тоже оказывается он не очень-то хороший, да. Все время будут какие-то разницы, потому что мы индивидуальности, мы в чем-то мы все равно различны, и в чем-то будут противоречия. Вот. И это приведет к тому, что человек остается в одиночестве. Да, одиночество — это как раз следствие вот этой культуры. Если человек проявляет искреннее ученичество, его отношения с преданными начнут углубляться и сближаться, будет происходить сближение и углубление отношений. Но как только человек ставит себя в позицию эгоцентризма, да, то есть я начинаю оценивать других, особенности я еще начитался, заучил шлок разных, то есть сразу куча есть, да, поводов оценить при помощи шлок уже. Да, то есть, культура та же самая может быть. В этом смысле в ведической культуре не давали знания людям, которые не обрели вот эту, по крайней мере, эту первую элементальную культуру ученичества. Могли годами просто, да, человека заставить там, описываются эти истории, когда там 12 лет ученик, дали ему одну корову и сказал, пока 1000 коров не появится, вот, не приходи ко мне за знанием, да. Через несколько лет привел стадо коров, 1000 коров. Он сказал, я смотрю, еще пока не готов. Да. Еще надо, да. И так 12 лет. Так и продолжалось, да. Если бы сейчас так было, да, нас бы все разбежались бы, наверное. Но очень важно не потерять, да, то есть вот это вот настроение. То есть подготовка ученика — это как раз помощь преданному в развитии этого правильного мировосприятия, правильного настроения, правильной культуры, да, ученической культуры, научиться взаимодействию с преданными. То есть потому, как преданный взаимодействует с другими преданными, можно понять, в какой культуре он живет. Если это одиночка, который просто вот, он приходит в храм, надо же выполнить все требования, поэтому буду приходить, вот, совершать все, но человек закрыт, да, то есть это признак определенной еще сложности, да, поэтому обычно преданные видят это состояние, начинают говорить, ты как-то развивай отношения с преданными, да, то есть, учись на что-то, приходи на намахату, еще куда-то, вот, и это иногда вызывает как отторжение, да, то есть внутри человека. Но на самом деле это и есть лекарство. Идти вот в эту сферу — это зона больших усилий для многих. Особенно тех, кто очень сильно обожглись в отношениях в жизни. Есть самскары такие плохие. Вот. То, соответственно, всегда есть вот эта вот, склонность отвергать уроки в своей жизни. Не идти в эту сферу ученичества. Но преданный, здесь говорится, ученик, он должен научиться этой культуре, иначе он не сможет вырасти в духовной жизни. Он так и останется материалистом. Это очень серьезная такая, внутри установленная парадигма восприятия жизни, восприятия других. Это восприятие, оно отражается потом на нашем восприятии старших, младших и равных. Да. Очень многие сейчас люди, которые приходят в сознание Кришны, у них есть неприятный опыт или болезненный опыт общения со старшими. До сознания Кришны имеется в виду. Это родители, это учителя в школе. Например, когда я учился в школе, у нас была учительница одна. Очень жестокая какая-то была женщина. То есть она на уроке пробила ключом голову до крови ученику одному. Представьте, то есть, что она вытворяла. Мы все сидели какая-то там. И, конечно, после таких самскар, если вам пробьют голову в детстве,
И вы приходите в сознание Кришны, и тут президент, да, то есть вот. И у вас сразу такая стойка, да, то есть против этого президента. Автоматически это срабатывает, даже неосознанно. Недоверие к старшим, да, то есть это самскары определенные. И вот не занимая ученическую позицию, то есть несмотря, почему я так воспринимаю президента, почему другие, у других нормальные отношения, а у меня вот такое прям восприятие, что-то во мне, похоже, не в порядке. Не в президенте проблема-то, во мне проблема, я так воспринимаю. Вот это означает искреннее ученичество. То есть я учусь замечать в себе какие-то анархи, да, или какие-то вот эти вот самскары неправильные, и я работаю над собой. То есть так. И, конечно, когда человек попадает вот в среду, где преданные, это уже как часть культуры, да, то есть проявлять ученичество, идти, да, то есть принимать ответственность в своей жизни за свои какие-то, ну, вот эти вот восприятия, работать над собой. То есть и преданно появляется, то есть он получает силу, да, такую поддержку среды преданных в том, чтобы работать над этим. Преданные в том числе подскажут, а что ты так вот воспринимаешь, да, то есть вот этого преданного, почему у тебя такая реакция? Да, то есть друг может подсказать, например, нет-нет, это у тебя просто такое восприятие, да, то есть помочь преданному увидеть задачу, с которой надо работать. Вот, и тогда, соответственно, преданный начинает развиваться, и он, у него перезаписывается, да, то есть его материалистичное восприятие жизни, и он начинает воспринимать других как духовных личностей, строить духовные отношения. Поэтому вот это важная, то есть, ну, акцент, который я хочу здесь сделать, для того, чтобы преданный мог общаться, да, то есть в санге преданных, нужно научить преданных, прежде всего, главная квалификация — это просто быть искренним учеником. И порой перед каждой намахатой, перед началом каждой встречи намахаты, нужно об этом напоминать преданным. Преданные, мы здесь собрались, чтобы научиться чему-то, да, то есть не чтобы оценить, как здесь лидер сейчас их повеселит, да, то есть вот как он там расскажет что-то новенькое, не понаслаждаться, просто приходим, мы пришли сюда, чтобы чему-то научиться, да, давайте помолимся о том, чтобы у нас сегодня что-то проявилось важное для всех нас, давайте будем внимательны каждому, ведь Кришна может через каждого преданного проявиться, да, то есть и это настроено ученическое восприятие, да, общение, санги. Это нужно делать каждый раз, потому что мы выходим в материальный мир, и там опять по-прежнему у нас, да, как бы опять наша привычная модель жизни, она опять может, ну, как бы восстанавливаться. Да? И я опять переключаюсь. Все же так смотрят, и я так смотрю. Все так общаются, я так общаюсь. Да? И все это опять укореняется, да, в моем сердце. Потом я прихожу в общество преданных, и мне опять так все переворачивает, так ты ученик, оказывается, о, так оказывается, это что-то во мне не то, да, то есть я начинаю работать, самосознанием заниматься. Не осознанием других, а самосознанием, да. У нас иногда почему-то все самосознанием других начинаются. Не самосознанием, а осознанием других, да. Че у меня там непорядки? И давай, да, обсуждать. Вот. Это не духовное, да, общение. Духовное общение, то есть мы узнаем, у этого преданного, а в чем урок для меня в этой ситуации? Да, то есть преданный так задумывается. Кришна мне сейчас показывает, у меня же тоже есть такие проблемы. Как нужно действовать? Мне надо поддержать этого преданного, вообще понять, что он сейчас переживает. Я хочу научиться у него тоже чему-то. Да, то есть ученики вот так воспринимают. То есть они всегда работают со своим, прежде всего, сознанием, со своим сознанием Кришны. Вот. Ну, то, что хотелось сегодня затронуть эту тему, можно, да, пообсуждать. Несколько минут еще есть у нас, пожалуйста. Да. Да. Я прошу прощения, вчера не задал вопрос. Он очень повис, когда вы говорили о
том, что когда мы сам по преданным приходим, то мы можем проявлять какие-то негативные качества и как бы стоит их подавить, а обнаружить себе бхакти. Да? И сегодняшняя тема имеет пересечение, потому что, ну, то, что когда у нас что-то происходит внутри, мы можем, в принципе, это скрыть, да, и тогда получается маска. Ну, то есть мы как бы смотрим вроде бы на бхакти, но это никуда не уходит. И вот вопрос, куда с этим, ну, как бы, куда это размещать, как это размещать в обществе преданных, возможно или нет. Или это стоит оставлять за общество преданных? То есть все, ну, что... ну, преданный, приходя в общество преданных, должен настраиваться, я иду учиться. Я ученик, я слуга, да, то есть, ну, вот как бы медитировать на этой, приходить и просто смиренно кланяться стопам всех вайшнавов, да, то есть я тут, у меня это материалистическое восприятие, да, то есть, ну, я хочу, да, вот в таком настроении, то есть, ну, как бы медитировать на это. Постепенно это начнет получаться. Если же просто подавлять в себе, ну, как бы вот, я завидую всем, да, например, так, я не буду сегодня завидовать, я не буду завидовать. То есть нужно позитивную все-таки позицию занимать. Если просто подавлять себе вот, ну, какие-то негативные восприятия, это приведет к серьезным последствиям. Ну, может в какой-то момент вырваться, потому что подавление – это как пружина, которую мы натягиваем, потом бабах. У нас один преданный был у нас в ростовском храме. Вот. И он все время вот подавлял себе. У него вот, ну, была такая вот природа тяжелая. В общем, он все время так прям аж зубы закусывал, так держал, вот внутри что-то подавлял. Все время его раздражали другие. И он однажды сломал, я не знаю, Кришнаватар был свидетелем или нет, сломал весло. Деревянное весло большое, которым бешали казаны, он сломал его. Я вообще не знаю, сколько, представляете, сколько у него там вот эта вот пружина выстрелила. Хорошо, что весло сломал, а не хребет преданному. Вот. Да, вот, вот такие подавления просто, оно как бы не то. Например, вы идете, не буду завидовать, не буду, да, то есть. Нет, настраивайтесь на позитивное. Я постараюсь, да, я иду, чтобы учиться. Да, я слуга, я ученик, да, то есть на эту волну настраиваться. И тогда, приходя, вот таким образом, относясь к преданным, поклониться вообще этому месту, где вайшнавы собрались. Поклониться всем собравшимся вайшнавам, Шриле Прабхупаде, да, то есть божествам, да, в этом месте. Я пришел в святое место, на самом деле, где собрались преданные. Это уже как бы вот, ну, меняет что-то внутри, восприятие. И потом я сажусь, да, я самый-самый тут, да, незначительный, я просто учусь, да, что этот преданный сказал, что этот... И раз-раз-раз так, и как бы вот эта вот склонность оценивать, вешать ярлыки, оно вдруг куда-то на задний план уходит, как бы другой вкус просыпается, общение. Вот его нужно развивать, этот вкус, вот такого общения. У меня просто вопрос, он в такой сфере, что, ну вот если есть, допустим, зависть, да, если затронуть зависть, если мы ее спокойно поднимаем в обществе преданных и обсуждаем, да, то есть преданный не боится, то есть если он настраивается, например, вот в истории, если он настраивается, ну, как бы на антизависть, да, ну, как бы, он не завидует, он пришел в общество преданных, то зависть-то никуда не уходит. То есть как с анархами, да, у нас история, что мы если их видим, мы их открываем в обществе преданных, то потом с ними у Кришны появляется возможность что-то сделать. Так и здесь, то есть с самого начала, если мы начнем, то есть когда это в зачатке, когда у этого преданного с веслом, гнев, если бы он объяснил, что с ним происходит, то на этом... Он бы не скрывал, у него не было потребности это скрывать. То есть вот эта вот история с тем, что мы пытаемся перенаправить, но ресурсы нет перенаправить. Ну, да, то есть это тоже важно делать. Ну, не то, что он, знаете, приходит на намахату и такой объявляет всем преданный, я вам всем завидую, поэтому общаться с вами не могу. И все так, думают, что тут делать, да, вообще. Это скорее нужно подойти, может быть, к наставнику и сказать, вы знаете, вот у меня вот такие вещи проявляются, не знаю, дайте мне наставление, да, то есть как мне правильно, да, развиваться, как мне правильно воспринимать, вот. А с преданными уже как бы тренироваться так, следовать тем наставлениям, которые, ну, дали, то есть не всегда. Иногда можно, конечно, сказать, вы знаете, у меня, знаете, ученики общаются, и вы тоже как ученик включены, и вы говорите, вы знаете, я работаю над тем, чтобы избавиться от зависти сейчас. Это моя главная проблема. Пожалуйста, благословите меня.
Да. Это приносит Харибол, Харибол, да. То есть они видят эту искренность. Да, и тогда будет сильный эффект, да, то есть будет благословение преданных. Вот в этом случае, да, нормально. А если вот вы объявляете так, знаете, преданный, я вам тут завидую, поэтому даже не могу с вами разговаривать вообще, да, то есть так, то это, знаете, это как оценка такая, да, то есть отношение. То есть тут нет ученика. Я вот к этому вопросу просто размышления. Вы говорили, что искренность — это и есть настроение ученика. Настроение ученика — это и есть духовное сознание. И когда мы переключаемся на духовное сознание, то это духовная энергия, правильное сознание духовное, оно вытесняет материальное сознание. Потому что мы приходим в сознание Кришны настолько всего. Но каким-то чудесным образом, практикуя, преследуя, правильно все следуя, как-то все это уходит куда-то. Да, да. Это прям, знаете, как просветление даже происходит. Вот стоит преданному переключиться вот в это состояние. Это как, знаете, как две позиции есть. Эгоцентрическая и богоцентрическая. Да? То есть когда я себя ставлю в правильную позицию, вот стоит мне просто на мгновение почувствовать, как будто просветление, и все понятно становится в сознании Кришны. Но когда преданный в эгоцентрической позиции, он слушает кучу там лекций, может даже шлоки заучить, но ничего не понимает. Потому что, ну, позиция та же самая. Поэтому Кришна и говорит, что знание — это качество. Да? Начинается оно с аманитовым, как раз вот с этого качества смирения. Смирение — это и есть ученичество, да? То есть проявленное на практике. То есть это духовные качества, если да. Касается духовной энергии и формы этих качеств, то это духовная энергия, отходя в мое сердце, она начинает раскрываться. Да, духовное сознание начинает вытеснять. Материальные качества начинают вытесняться из сердца. Да, да, да. Потому что духовное нам могущественное. Да. Да, да, да. И в каком-то смысле баджана крия — это и означает сознательное уже ученичество. То есть преданный уже сознательно практикует, ну, как бы вот это все в ученическом настроении. Да, чувство, ум что-то ему там диктует, но он не ведется на их поводу, он делает то, что хотели бы от него гуру и Кришна. Это выбор, да, внутренний. Это уже... Я вот тоже с этим работаю внутри своего сердца. И постоянно, что да, у нас внутри как бы два вида сознания, духовное, материальное, постоянно что-то влазит. И когда ты делаешь правильный выбор, ты чувствуешь, что у тебя материально начинает накрывать. Ты просто начинаешь молиться в сердце: Кришна, спасибо. Да. И переключаешься как бы на то, что вы сегодня сказали, очень хорошо, что в таких ситуациях сразу надо вспоминать наставление, да, гуру, саду, шастры, опираемся на это, вспоминаем. Если ты делаешь правильный выбор, молишься, и сердце как-то так все складывается естественно. Да, Нирудха права. Давайте, наверное, последний, потому что у нас сегодня еще другие вещи. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, как вести себя с преданными, которые занимаются политикой? Ну, то есть они могут быть старшими преданными, но они, скажем, ну, как-то их интересует положение, власть, они как-то манипулируют. В каком-то смысле, ну, каждый начинающий преданный, у него эта склонность в той или иной степени может быть проявлена. Да? Манипулировать и так далее — это тоже политика. Манипулирование, использование этих методов материалистичного общения, воздействие на других и добивание своих каких-то целей. Нам нужно создавать пространство, где мы, ну, как бы не говорим о политике, а где вот просто культивируем настроение ученичества. Мы собираемся, чтобы просто, да, вот обсудить. Без всяких обсуждений, без каких-то дел, без ничего. Вот просто, то есть намахата, по сути дела, это место, где мы занимаемся своим духовным развитием. Да, то есть вот создать такую среду. И когда человек, даже такой человек попадает, и у него как бы переключается вот в это ученическое настроение, он начинает вдруг видеть себя как в зеркале. Видеть свои какие-то вещи, то есть видеть зону своего развития, да, то есть так происходит. Поэтому, ну, самое лучшее — как-то вовлечь этих людей в сангу, да, такую вот оздоравливающую, иначе, да, иначе потом придется разгребать, ну, какие-то проблемы, да, то есть так. В этом смысле, если в общении создано общение преданных, да, то есть, то проблемы практически их не возникает. Если же общение формальное,
преданные просто пришли, провели какие-то ритуалы и разошлись, да, то есть нету вот этого ученического общения, то тогда начнется какая-то политика, вот это все начнет пронизывать, какие-то домыслы, там, сплетни и так далее, и так далее. И это просто, да, то есть невозможно, никто не хочет в этом обществе оставаться, да, то есть так начинается распад тогда. Поэтому нужно сознательно, как я помню, этот самый Каунтея Прабу в семинаре мы изучали для лидеров, он читал про культуру, что если мы не влияем на культуру, то культура будет влиять на нас. То есть в конце концов, то есть это и нас, да, то есть даже если у вас нет склонности к политике заниматься, и вас тянет в это все в конце концов. Да, то есть нужно просто стараться менять эту культуру, просто вовлекая преданных, да, вот такое ученическое общение, то есть создавая эти очаги общения или как бы санги, да, то есть в общине. И постараться так, чтобы, ну, максимальная часть преданных, чтобы находилась в этом. Эти ценности нужно подчеркивать на каждой программе, да, помогая преданным переключиться, перенастроиться, да, то есть это все, ну, как работа такая, да, по созданию культуры, в которой политика, зависть какая-то, вот эта культура зависти, она будет просто уходить, растворяться постепенно. Это большая работа, конечно, годами это создается такая культура. Вот. Но когда уже появляются носители, да, то есть культуры вайшнавов, тогда легче становится, да, то есть они, тут уже как бы не один, тут уже много преданных, они между собой так общаются, уже есть среда, и она начинает трансформировать тех, кто есть, либо выталкивать каких-то лицемеров, которые просто уйдут, и все, они не могут в этой, где нужно быть искренним, они не могут в этой среде, то есть лицемеры, они просто исчезнут куда-то, поедут в другую ятру, наверное, да, разрушать, или еще куда-нибудь. Но искренние преданные, да, то есть они останутся и все трансформируется, да, то есть так. Да, да, да. По поводу культуры Сыгы, мой непосредственный опыт, в Санкт-Петербурге у нас проходил уже руководящий совет, и преданные нас принимали. И мы с решили в какой-то из дней, когда был перерыв, съездить в кафе. И мы так особо не подготовились, не поняли, что там несколько кафе. В общем, что-то где-то услышали и поехали. И это кафе отличается тем, что это частный проект преданного. То есть он один из первых преданных в Санкт-Петербурге. Вот. И когда мы туда приехали, то мы увидели, ну, то есть он один, нет людей, полуподвальное помещение, которое вот все находится. И цены огромные, там чашечка риса 500 рублей стоит. И этот преданный, он из другого города, у них кафе. У них такая чашечка риса 50 рублей стоит. И он стал возмущаться. Как так? Мы столько потратили времени, приехали, и тут вот такие цены, такое отношение. Он даже с нами толком не поздоровался. Такой, и Харе Кришна. Такой, что надо? Ну ладно, для опыта купили этот рис. Съели и приехали. И мы пришли в храм, ашрам, вот. И возмущение в нашей ситуации присутствовало. Вот. И какой-то преданный из местной ядры пришел, и мы стали вываливать на него это все возмущение. Ну, не столько я, сколько вот другой преданный. Вот. И для меня это было вот культура. То есть он первые несколько, 10 секунд слушал, наверное, а потом стал говорить очень много хорошего об этом преданном. Очень много хорошего стал говорить. Он вот это дело. И я смотрел, что возмущение преданного, оно стало гаснуть. И вот потом он просто стоял и слушал вот, о замечательных качествах этого вайшнава. Вот. И в принципе, то, что мне удавалось видеть Санкт-Петербурга, как минимум, всегда организация руководящего совета, всегда нештатные ситуации. Но когда я видел, как на кухне они работают, я ни разу не видел, что они вот конфликтуют. То есть сама среда, в которой вот там устоялась. Культура есть. Да, есть культура, и вот какое-то народное настроение попадает. Оно там растворяется. Да, оно растворяется. Они не поддерживают культуру.
Или вот это наглядный пример. Да, это признак зрелости, да, вообще. Можно спокойно поддерживать. И люди, которые по-иному размышляют, они приходят, они преображаются. Да. Он не может жить как прежде. Все равно надо жить по-другому, так как все живут. Да, я сейчас вспомнил напоследок, да, из игр, из читания Бхагаваты, когда Гададхар пришел посмотреть на Пундарики Видьянидхи, и у него в уме, да, закрылось сомнение, что похоже, что это, что сказали, что чистый преданный, он, похоже, материалист. Да. Мукунда понял его сомнение и, да, помог ему увидеть внутреннее состояние, да, то есть Пундарики Видьянидхи, и в результате тот очень раскаялся и понял, что совершил оскорбление. Ну и решил принять духовным учителем Пундарики Видьянидхи. То есть так тоже, видите, как... Это как урок тоже, да, пример, каким образом нужно быть осторожным, да, в обществе преданных, учиться этой культуре другой. Спасибо большое. Сила Прабхупада ки джай, Нитай Гаур Премананде Рибу. Харе Кришна.